Для того, чтобы поменять лампочку в поворотнике на крыле у автомобиля Hyundai Creta, нам необходимо нажать в сторону движения автомобиля прямо на фару и на себя. Все, мы вытащили, затем повернули и достали лампочку на себя. Просто тянем, все. Ставим другую, устанавливаем другую, опять же, повернули. И назад всовываем. Все, лампочка поменена.